предматчевое шоу было устроено перед домашней игрой юлаевцев с астанинским «Борисом». Таким образом, организаторы поздравили телеканал БСТ с 15-летием, которое праздновалось как раз в этот день. Еще один сюрприз подготовила уже спортивная редакция телеканала, пригласившая на матч в качестве эксперта прославленного башкирского биатлониста Максима Чудова. После завершения своей славной карьеры ему теперь удается чаще приходить на матчи любимой команды. Сейчас немного чаще, чем раньше. Раньше очень много отсутствовал, ездил по соревнованиям, по сборам. Сейчас нахожусь здесь и стараемся по возможности быть почти на каждой игре. Стартовый игровой отрезок подопечные Игоря Захаркина провели не слишком удачно. За весь период уфимцы создали лишь 2-3 хорошие возможности для того, чтобы забить. Но открыть счет голам не сумели. В свою очередь гости терпеливо ждали своего шанса и поймали юлаевцев на контратаке. Также особенно бросалась в глаза недисциплинированность хозяев, которые только за первые 20 минут умудрились трижды нарушить правила. Это выбивает из колеи, на самом деле, эти удаления. Приходится обороняться, кто-то играет, кто-то нет. В перерыве поговорили, чтобы меньше удалялись, ребята, как бы внимательно играли. Удалось это сделать. Видимо, в перерыве тренерский штаб юлаевцев внес необходимые коррективы в игру команды, и хозяева заиграли совершенно иначе. Явного массированного штурма от уфимцев зрители не увидели, но стало заметно, насколько быстрее и агрессивнее стали действовать наши хоккеисты. Особенно удавались игрокам салавато-позиционные атаки, но забили они после атаки сходу. Эффектный и точный бросок с ползоны в большинстве удался Энверу Лисину 1-1. После этого юлаевцы продолжили играть максимально активно. Оборона «Борыса» с каждым разом волновалась все больше, допуская грубые позиционные ошибки. В итоге уфимцы одной из таких ошибок воспользовались. Кирилл Капризов оказался самым проворным на пятачке астанчан, выведя хозяев вперед 2-1. Как бы он прокомментировал игру Кирилла Капризова, который все чаще появляется вместе с ним в большинстве? Player, he got good vision, good. Реально очень талантливый парень, очень хороший бросок, очень хорошее катание. Я думаю, он нам, нашей команде, очень сильно поможет в этом сезоне. В заключительном игровом отрезке уфимцы наглядно продемонстрировали, как они умеют удерживать преимущество. Хозяева не дали сопернику практически ни одного шанса, а сами много и активно атаковали ворота астанчан. Забить же юлаевцам удалось ближе к экватору периода, когда они действовали в большинстве. Лидер обороны нашей команды Сами Лепесто забил шикарным броском под перекладину 3-1. Эта шайба стала для финна первой в сезоне, поэтому радовался он ей, не жалея эмоций. За оставшееся время наши ребята не только терпеливо сыграли в защите, но и забили еще. Причем это взятие ворот получилось эффектным. Максим Гончаров набросил шайбу на пятак, где свою клюшку хитро подставил Энвер Лисин. К чести «Бориса» они не сдались и даже отыграли одну шайбу, реализовав большинство. Но последнее слово в этом матче все-таки осталось за юлаевцами. Антон Лазарев, которому никак не удавалось забить, отправил шайбу уже в пустые ворота. Мне понравилась методичность в игре, мне понравилось то, что команда не паниковала, играла очень четко, хотя соперник очень здорово убегал в контратаке, мы не давали им эти шансы. Мы знали об этом, мы пропустили такой первый гол, но в дальнейшем мы очень внимательно за этим компонентом следили. И я считаю, что даже пропустив второй гол, мы доиграли очень солидно, без паники. Очередная домашняя серия завершена. Она оказалась достаточно продуктивной. Уфимцы взяли 9 из 12 возможных очков, а теперь готовятся к сложнейшему выезду на Дальний Восток и в Китай. Эдуард Хизбулин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».